Настораживающая информация. В пробах омуля, пойманного в Байкале, сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявили паразитов. Так, в глазных яблоках рыбы нашли личинок трематод, вызывающих катаракту. В пищеварительном тракте омуля были обнаружены цисты, содержащие личинки ленточного червя, а в содержимом желудочно-кишечного тракта самих ленточных червей. Доказано, что один из паразитов может представлять опасность для человека, остальные способны вызывать массовую гибель рыб. С чем связано такое состояние байкальского омуля, лишь предстоит выяснить.